футбольная премьер-лига учредила специальный приз для Артема Зюбы, который в матче с Амкаром забил свой 100-й гол за карьеру. Приз вручает президент российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Мы просим вас во время матча соблюдать правила поведения зрителя, отказаться от использования пиротехники и лазерных устройств, не бросать посторонние предметы, а более уважительно относиться.